У грудня упершыню прайшоў кірмаш вакансій для пажылых людзей і людзей з інваліднасцю. Мерапрыемства праводзілася ў рамках агульна-рэспубліканскай акцыі, якая праходзіць з 25 па 29 лістапада па ўсёй краіне. Запрашэнне на так званы сярэбраны кірмаш атрымалі тры катэгорыі грамадзян: людзі пенсійнага і перадпенсійнага ўзросту, а таксама інваліды. Вакантныя працоўныя месцы прадставілі 15 наймальнікаў горада над Нюманам. Предоставили порядка 400 вакансий для лиц пенсионного, предпенсионного возраста, а также для инвалидов. Ну, среди вакансий в основном, конечно, представлены рабочие профессии. Это такие, значит, труд в торговых объектах, объектах общественного питания. Кроме того, это операторы автоматических, полуавтоматических линий, слесари, сторожа, ну и ряд других вакансий. У абласным цэнтры для ўдзелу ў кірмашы вакансіі зарэгістраваліся каля 100 чалавек, трэці з іх людзі з інваліднасцю. Суіскальнікі змаглі асабіста задаць пытанні працадаўцам, атрымаць кансультацыі ад спецыялістаў па садзейнічанні ў працаўладкаванні па пытаннях пенсійнага і працоўнага заканадаўства. Вялікую цікавасць сярод людзей паважанага ўзросту выклікала магчымасць часовай падпрацоўкі. Акрамя таго, для жадаючых прайшлі майстар-класы па састаўленню рэзюме, што таксама павышае магчымасці працаўладкавання. Не каждый пенсионер пойдет куда-то, вот кто-то стесняется, кто-то не знает, куда обратиться. И поэтому вот сидит дома и все. А вот эта ярмарка, она еще раз дает нам возможность прийти и проявить себя. То есть, опять же повторюсь, что какой-то внести вклад в развитие нашей страны, быть полезной людям. Вот. Ну и занятость, да и денег лишних не бывает. Вы даже кассиром пойти, потому что всю жизнь проработала, вот, связана была с финансами. Поэтому вот так. Или, может, чертежницей, потому что жизнь начиналась, трудовая деятельность начиналась с того, что я работала в проектном институте. Это даже замечательно. Для людей это получше трудоустроиться на работу. То есть руководитель знает, что он берет инвалида, инвалид знает, что идет, что знает, что руководитель об этом знает. Ну, наверное, легче трудоустроиться. Хотелось бы трудоустроиться на того, на кого обучился. Вот, обучился инженер-механик. Вот, инженер-механик. Отработал 9 лет. Дарэчы, у грудні ў кастрычніку ўжо адбыўся кірмаш вакансій для асоб пенсійнага і перадпенсійнага ўзросту. Ён выклікаў вялікую цікавасць сярод дадзенай катэгорыі грамадзян. Тады з 200 суіскальнікаў 30% змаглі працаўладкавацца. Таму выснова арганізатараў дадзенае мерапрыемства цалкам сябе апраўдала. Первая ярмарка вакансий для лиц пенсионно-предпенсионного возраста, которая прошла в октябре месяце, показала востребованность среди данной категории граждан именно проведение данной ярмарки вакансий. Они с большим удовольствием рассматривали предложенные вакансии, многие оставляли свою информацию, ну и потом в дальнейшем обращались к нанимателям для последующего трудоустройства. Поэтому вот вторая ярмарка и проводится, учитывая большой спрос среди данной категории граждан, активных и наполненных профессиональным опытом.